На второй день начали копать, обнаружили твердый предмет. Вот. Сразу посмотрели, что-то подозрительное. Мы быстренько пошли в милицию, сообщили. В милиции вызов переадресовали в МЧС. По словам Антонины Голдабиной, оперативный отряд прибыл буквально через 15 минут. Обследовав место, определили, что взрывоопасным предметом является артснаряд калибра 152 мм времен Великой Отечественной войны советского производства. Людей с окрестных многоэтажек эвакуировали, а сам снаряд пиротехники МЧС доставили на безопасное расстояние и уничтожили.